Итак, модель 720 – это не какой-то там спорткар новый, а обязательно декларация у ваших зарубежных активов, за неподачу которой готовьтесь выложить, ну, действительно, кругленькую сумму. Интересно? Сейчас все расскажу. Погнали. Итак, модель 720. Ладно, короче, испанская налоговая – это на самом деле непросто. Испанская налоговая любит знать о вас все и даже больше, особенно если у вас есть активы за границей. Модель 720 – это такая любовная записка налоговой о том, что вы имеете за пределами солнечной Испании. Если вы живете в Испании и у вас есть имущество за границей, то добро пожаловать, ребят, в клуб. Здесь и физические лица, и компании, все в этой игре. И если у вас есть зарубежный счет на более чем на 50 тысяч евро, то вам нужно обязательно об этом сообщить, говорит испанская налоговая. Вот здесь и начинается веселье. Итак, запоминаем, записываем, сохраняем видео, подписываемся на канал. Короче, у нас есть три категории активов. Первая категория – это банковские счета. У вас есть там какой-нибудь счет на Багамах? Декларируйте, говорит испанская налоговая. Ценные бумаги и страховки, ну, допустим, акции Apple, облигации, страховые полисы, вот это все сюда. Третья категория – это недвижимость. Если ваша вилла в Тоскане стоит больше, чем 50 тысяч евро, ну, вы понимаете, да, что нужно делать? Срок подачи до 31 марта. Если вы за эти три месяца, с начала года до 31 марта, не успели подать, то налоговая будет, ну, мягко говоря, не в восторге. Если вы думаете, что сможете избежать подачи, то готовьтесь к большим штрафам, потому что штрафы здесь действительно жесткие. Минимум 10 тысяч евро за непредоставление информации, 5 тысяч евро за каждую ошибочку. Если налоговая поймает вас на вранье, то штрафы могут составить до 150% от суммы неуплаченного налога. Так что лучше, ребят, не рисковать.